И сейчас несколько слов о происшествиях, об авариях на дорогах, а также о пожаре расскажем в рубрике «Ориентировка». Поделили дорогу. Сегодня утром на улице Беляевской столкнулись три автомобиля – «Лада Приора», «14-я» и «Ниссан». Все машины ехали в одном направлении – в сторону города. Но в районе поворота на улицу Центральную не смогли разъехаться. Он сзади ехал. Мужчина вот поворачивал налево, я прямо ехал. Пытался проскочить между нами на скорости. Все живы-здоровы, ничего страшного. Единственное, что вот авто пострадало и все. Водители в один голос говорят, что виноват владелец автомобиля ВАЗ-2114. Его же на месте ДТП не оказалось, куда он ушел, тоже неизвестно. Как раз его машина больше всего повреждена. Но кто все же стал виновником ДТП, будут разбираться сотрудники дорожной службы. Жалко, что такие дураки на дорогах ездят. Без признаков жизни. Сегодня утром в поселке Кулагино загорелась ВАЗовская десятка. После тушения в салоне автомобиля пожарные обнаружили труп 30-летнего мужчины, владельца авто. По предварительным данным, причина возгорания – неисправность узлов агрегатов автомобиля. В настоящее время ведется проверка.